набегались и хочется всем пить водичку. Молодцы. А малыши и траву, и травку там жуют. Привет, ромашки. Что? Давай я к вам зайду. Я им кинула целый перчик и целый огурчик. На, нате, ребята, на. Вот так, целый. Для игры. Они его разгрызут все равно. Они его не то чтобы съедят, но они с ним так играют. Он же на это потащил. Он тяжелый такой огурчик. А еще я им дала перчик. Но они его уже разгрызли. Вот он. Смотрите, целый дала. Вот она. Ой, какая игрушка. Вот такие игрушки нужны детям. Нужны вам эти резиновые, скажи, игрушки? Нет. Вот это нам игрушка. Груши. Яблоки. Уши чешем, наклейки. Нельзя снимать. Да, Жанетта? Где об этот деле? Ага. Антарктида утарабанила. Утарабанила. Скажи, это моя? Ну, конечно, конечно. Твоя, Жанетта. А где огурец потеряли? Вот он. На тебе огурчик, на. Огурчик. Огурчик. Стич, ты такой неуклюжий. Бах, упал. Он толстун. Залазит. Огурчик, огурчик, Жанетта. Ну, такая вот у нас тут игра. Детки, детки, детки. Конфетки? Конфетка? Никола. Никола настоящий певец. Как он умеет. О, возмущен, возмущен. Скажи, я такой мальчик. Жанеточек. Господи, разве можно вас снять? А так, а что наша девица тут красавица так уплетает вкусно? Можно посмотреть? А ну, покажите мне, пожалуйста. Ну-ка. Можно посмотреть? Разве у вас тут что-то увидишь? На. Так. На, огурчик, скажи забрать. Шкурка от огурчика засохшая. На. На, моя девочка, можно. Шкурка от огурчика можно, потому что черная, это зеленая. Вот так, мамочки, готовьте перчики дома для детей. Вот так мы любим болгарский перец. Собакам болгарский перец можно. За уши. Кстати, важная, важная ежевика. Ежевика, это же самая старшая здесь. Пятнашка. Что за мои сладкие котята? Ой, ой. Мадера, ты что нашла?